Друзья, всем привет! Я Александр Беляк, и я рад вас приветствовать на своем канале. Мы здесь читаем Библию, делаем это вместе. Поэтому напоминаю, чтобы вы не забывали оставлять комментарии и делились теми откровениями, которые вы получаете из Слова Божьего. Мы продолжаем с вами читать книгу пророка Иезекииля. Сегодня мы с вами в главах 17 по 19. Давайте начнем с коротких напоминаний. Прежде всего, мы должны не забывать, что перед пророком Иезекиилем стояла сложная задача. Ему нужно было объяснить народу, уже находящемуся в Вавилонском плену, причины суда, предсказать падение Иерусалима и дать надежду на Божье обещание о возвращении. В целом, книга пророка Иезекииля состоит из трех основных частей. И вот первые 24 главы, в которых мы с вами все еще находимся, они сконцентрированы на грядущем суде Божьем над Иудеей. Следующий подраздел книги, это главы с 25 по 32, будут говорить о суде над языческими народами. И в заключении книги третья часть будет сфокусирована на грядущих на Израиль благословениях. Также старайтесь никогда не забывать о тех пяти ключах, благодаря которым все пророческие книги станут нам понятней. То есть в целом пророческое послание Библии станет нам понятней. Вот эти пять ключей. Это, конечно же, прежде всего исторический контекст. Второе – это Царство Божье, как главная тема вообще всей Библии. Это то, что делает Бог. Он делает свое царство. Следующее – это тема Мессии. Постоянно пророки предсказывали, что придет Спаситель. Дальше это тема заветов, то есть заветы это площадка, в рамках которой работают пророки. Они не придумывают что-то, о чем они пророчествуют. Они исправляют уже те взаимоотношения, которые Бог установил со своим народом. Ну и в заключение это три группы людей, которым обращаются пророки в своих посланиях. Не две, а именно три. Первая группа людей – это, конечно же, все языческие народы, это все неверующие. Мы бы сегодня классифицировали как неверующие люди. И вот две остальные категории людей находятся в рамках Божьего сообщества людей. Одни – это в рамках сегодня видимой церкви, а в Ветхом Завете – видимого Израиля. И вторая группа людей – внутри, да, этого сообщества, или это уже третья, получается, группа людей, это настоящие верующие, которые являются частью вот этой невидимой общины Завета. То есть, помня вот эти вот пять вещей, вы будете легче разбираться и видеть вот эти все фрагменты, как они разбросаны по всем пророческим посланиям, да, и не только пророческим посланиям, но и по всей Библии в целом. И сегодня вот в этих трех главах, которые мы будем читать, 17, 18, 19, в общем-то вы сможете разглядеть каждый из этих фрагментов, каждый из фрагментов этих ключей. Поэтому будьте внимательны, и тогда у вас будет складываться очень хорошая такая общая картина, и эта картина будет формировать ваше мировоззрение. Вы будете правильно смотреть и на Писание, и на все события, которые происходят вокруг вас. В 17 главе пророчество передано и загадкой, и притчей, которую сам же пророк и объясняет, и раскрывает. В этой главе говорится об исторической обстановке того времени, анализируются политические и военные причины наступающего бедствия. Историческая обстановка того времени была такова, что сохранить независимость в условиях все возрастающего могущества вавилонской сверхдержавы Иудея не могла. Бог хотел, чтобы его народ смирился под игом Вавилона, но царь Сидекия, слабовольный правитель и недальновидный политик, предпочел вместо этого союз с Египтом. Именно этой идее посвящено очень много, если помните, в книге пророка Иеремии. Иеремия выступал против любого союза с Египтом. Но кто ж его послушает? Ну и мы знаем уже из истории Израиля, что ни к чему хорошему это так и не привело. Обратить внимание стоит на стихи с 22 по 24 этой главы. Это пророчество о Мессии, которого Бог воздвигнет из царского рода Давида и поставит его в своем царстве. Отрасль или ветвь – это имя Мессии. Он произрастет из оставшегося после суда сухого дерева, то есть остатка Иудеи,
и вырастет величественный кедр. При его царствовании все народы будут благословлены, и в конце времени Израиль будет восстановлен. В этом есть вот эта идея мессианской надежды. Время Мессии началось, как вы помните, при его первом пришествии, то есть когда Иисус Христос родился в человеческом теле как младенец. И закончится, когда Христос вернется уже в своей славе. И время между первым и вторым пришествием – это время мессианского правления Христа среди его народа, среди Божьей Церкви. Таким образом, исполнение этих пророчеств, о которых мы читаем в Ветхом Завете, уже началось, но еще не закончилось. Мы же живем в то время, когда не просто эти пророчества исполняются, но мы являемся участниками их исполнения. Слава Господу за эту невероятную привилегию жить во временах Нового Завета, во время мессианского правления. В 18 главе представлен один из основных принципов Писания – суд согласно личной вере и образу жизни. По всей видимости, многие иудеи не признавали свою вину, заслуживавшей наказания. Несмотря на то, что они сами были нечестивцами и поклонялись идолам, они обвиняли в этом своих предков. Их рациональное объяснение и представлено этой поговоркой, о которой мы читаем. Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но Бог отверг их стремление снять с себя вину и уйти от ответственности. У Бога каждый отвечает за свой грех. Если помните, во Второзаконии, 24 главе, в 16 стихе, именно когда Бог давал закон Израилю, мы находим там такие слова. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Второзаконие 24:16. Итак, Иезекииль рассматривает три гипотетические ситуации, трижды употребляя это слово «если» в 5, 10 и 14 стихах. Первая гипотетическая ситуация, когда праведник не повинен в идолопоклонстве. Не следует забывать, что Иезекииль обращался к евреям, жившим в Вавилоне. У них уже не было возможности совершать религиозные обряды, у них не было храма, в котором они могли бы совершать все эти обряды. Поэтому пророк напоминает о нравственных нормах закона, о нравственной части, да, воли Божьей, которые не следовало бы нарушать. Им не следовало совершать грех прелюбодеяния, не вступать в отношения с женой в особенные дни, притеснять бедных и беспомощных, воровать, наживаться, давая взаймы своим соплеменникам. Следовало делиться хлебом и одеждой с нуждающимися, удерживаться от любых несправедливых действий и поступков, в частности от пристрастного поведения при разрешении споров между людьми. Кто будет это делать, говорит пророк, тот непременно будет жив. Но из-за того, что большинство под это определение праведности, конечно же, не подходило, им, соответственно, предстояло подвергнуться наказанию за свои грехи. Вторая гипотетическая ситуация – это праведный отец и неправедный сын. Такой не может быть искуплен праведностью отца, он подлежит смерти. Третья гипотетическая ситуация – это неправедный отец и праведный сын. И вывод такой же, как и раньше. За отца платить не придется, праведный сын непременно будет жить. Дальше Бог обещает спасение любому грешнику, который оставит свои грехи и обратится к Господу. Ведь никто не должен следовать за грехами своей семьи. Бог никогда не испытывает удовольствия при смерти неправедного, поэтому призывает всех обратиться к Нему за прощением и спасением. И, конечно же, высшей формой Божьего желания спасти всех людей и проявления милости к любому грешнику является Иисус Христос. Благодаря вере в Него мы все получаем спасение даром, незаслуженно. Только одно – оставляй свои греховные дела и обращайся к Богу живому. И, как говорит Писание, и будете спасены все концы
земли. 19 глава написана в стиле плачевной песни, описывая пленение царей Иахаза и Ихонии и падение династии Давида при царе Седекии. Иудея сначала представлена здесь в образе львицы, а потом в образе виноградной лозы. Дом Давида бесславно закончил свое существование, как мы знаем из библейской истории, да, израильского народа. И около 2600 лет с тех пор Израиль не имел царя из рода Давида. Когда пришел Мессия 2000 лет назад, они отвергли его, предпочтя ему кесаря. Но Иисус все же стал их спасителем и однажды возвратится как их царь. Итак, любите Бога, читайте Библию и созидайте Божью церковь. Будьте благословенны.